Всем привет! Меня зовут Максим 14, и сегодня мы посмотрим с вами на топ-5 магазинов на сервере Board Excel. Вот мы сейчас находимся в аду, и давайте сразу с вами посмотрим, начнем с красной ветки. Вот я 5 магазинов собрал, просто лучших, которых я постоянно закупаюсь, мне очень нравится. Вот первый магазин, он безымянный, никак не называется, по крайней мере я не нашел. У него координат 75, вот он очень классный, вот я здесь раньше покупал очень много, ну, зелья вообще, на зельеварение он специализируется, и я здесь постоянно закупался, вот, ну, вот классный магазин, значит, приходите. Так, следующий магазин у нас на координатах минус 108 находится, вот он. Тоже классный, кстати, мне нравится, как здесь сделали этот переход, ну, красный, синий, прикольный, да, выглядит. Вот, тоже классный, он тоже, смотреть, если продается больше такой, ну, типа, серверская, мне тоже нравится. Вот, это красная ветка была. Давайте посмотрим, что дальше. У нас в другой ветке находится. Монтаж! Как монтаж? Следующая ветка у нас зеленая. Тут мне тоже два магазина понравилось. Я даже координаты покажу. Очень классный магазин, красивые такие. Я постоянно закупался. Вот видит, он как бы такой, да, синий-красный, как тот был на красный. Но здесь мне больше нравится, он такой более зелено-красный. Вот мне нравилось здесь. Постоянно покупал всякие штуки, они продавали дешево дерево, вот, постоянно, поэтому здесь очень классно тоже было. Вот, координаты 72 у него. Так, а следующий магазин, сейчас вам покажу. Вот, нашел. Это 132 координата. Он тоже классный. Смотрите, как у него прикольно сделано. Типа изумруды на потолке висят. Вот. Классный, тоже прикольный. Вот, он, торговал, ну, всякой всячиной, но у него мне нравилось. Он просто красивый. Я иногда сюда заходил, когда в других магазинах что-то закончил. Вот, тоже классный очень магазин. Заходите обязательно. Вот, интересно. Красиво. Вот, так, ну что, побежать теперь на другую ветку смотреть. Так, и мы уже на синей ветке, сейчас посмотрим. А вот у меня тут, ну, как раз 5-й магазин, мой любимый. Он просто, он, мне кажется, вообще лучше всех был. Вот, посмотрите, какой классный такой, да? Ну, строгий как бы. Ну вот, тут прикольно, посмотрите, тут бегает этот злой. Вот он, это прикольный. Вот, добрый день, Путин. Типа продавец, вот, прикольный. В общем, магазин, заходите, тоже классный. Ой, и вот этот классный. Блин, когда топ-6 будет магазинов, вот, потому что тут тоже классный, здесь книги продают, здесь вообще очень, смотрите, как мило, там стройка вдали, но здесь вообще вот как бы изначально интересно, вот, поэтому тоже заходите, вот, здесь будет красиво, вот. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и рассказывайте своим друзьям. Подписывайтесь, буду ждать, всем нажмите на колокольчик. Пока-пока-пока-пока-пока.